Слава Богу. Все правильно. Кто бы сомневался, слушай. Вот, поэтому, друзья, мы сегодня с вами пойдем поглубже, попробуем немножко с уставочками с вашим еще разобраться, да? Немножко силу вашу проверить, богатырскую. Вот, и посмотрим, наверное, какие детали тела, которые, возможно, у вас достаточно близки. Вот, так это немало, интересно. Хорошо, хорошо. Начнем с вами, давайте, наверное, с ног. Потому что с них всегда начинается, но мы с ним начнем. Хотелось бы сидеть, да? Но пришлось встать. Жень, если у тебя там прям совсем все болит, то все. Давай, да, я знаю, что ты готов всегда на 100%. Хорошо, встаем далеко, чтобы не было то, что была еще одна сторона. Давайте 15. Делаем с вами вверх на нас наш жилет, поэтому ладошки на бедра. Чуть-чуть хвостик внутрь подавить, чтобы он был удобнее сделать это движение. Кто будет считать? Кто-то будет считать, да? Я буду поправлять щелость, так мне нужно округлять эту сторону. Опять это можно говорить, да? Хорошо, когда вскакиваете вверх, старайтесь не вскочить сразу на жопочку, чтобы у вас вот здесь лягушки не забились. Помягче перекатывайтесь, ладно? Я опускаюсь, перекатывайтесь, хорошо? Сколько как раз? 10. 10, хорошо. 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 14, или так, солнце. 15. Пятое место, на точке 4. Здесь тоже чуть-чуть хвост внутрь. Ребята, это ваша, но тоже вот эта позиция, чуть хвост внутрь. Да, тоже 15. Только еще мягче. Когда вы разворачиваете голень таким образом, у вас тренируется какая часть голени? Что вы сейчас чувствуете? Какую больше часть? Внутреннюю, наружную, я понимаю, что вы кто-то внутренний, кто-то наружный. А вообще больше внутренний сейчас работает, да? Ну, у кого как. Поэтому здесь, да, да. Помягче, ладно? Сколько? 8. 8 всего лишь, да, потому что много. 10. 11. Ножки еще живы? Да. Хорошо. 13. 14. Помягче в этом стакане. 15. Есть. Доделаем. Да, здесь. Стоп, стоп. Вот это 15. Поехали сразу еще 15. Еще 15 считаем. Да. Носочки внутрь. Пяточки на руку. Носочки внутрь. Смотри, как это. Смотри, как это. Сделай вместе мальчик, смотри, вот, пятки на ручки. Поехали. Чего там у тебя все? Прошло, моя волшебная лекарство, которое из спины никогда не держала свободно. Сейчас палец. Что-то сводит. Что-то сложно сводит, да? Сводит игры? Да. Но ты немножко перегрузил, я думаю, что ты близко не тебя призвал. А, да. Да, вот так. Так, сколько? 7. А что ты знаешь, да? 9? Да. 10.
начинается. У вас есть шанс на вопрос? Да. Назад? На продвижение. На раскрытие. Есть, нет? Нет, стоп. Но, по крайней мере, это классическое понимание, да? Когда мы... Yeah.
Еще опускаемся вниз, чуть поглубже вытягиваемся вниз. Растягиваем заднюю поверхность ноги, все, не только под коленом. Помните, что мы не можем качками растягиваться, да? Теперь корпус расслабленный, медленно ползем вверх. Ноги остаются спиной. Разворачиваем плечи. Чего у нас не могут колени делать? Типа жира, да? Найс. Что? Найс. Найс. Хорошо. Немножечко сейчас сюда просто внутрь и снизу. Растягиваем назад. Вверх, сторона.
напрягла, я тяну корпус вниз, но я круглая в спине. Еще руки напрягла. Еще напрягла. У меня грудные мышцы напрягаются? Напрягаются у вас? Напрягаются. Чем сильнее вы включите руки, тем больше будет напряжение. Нам хорошо растягивается поясница? Да. Прочувствуйте. Давайте еще немножко здесь напряжение. Можно на фуловик собрать, чтобы больше чувствовать напряжение, да? Да? Еще? Еще. От центра спины и от поясницы начинайте перевешивать напряжение. Хорошо? Есть. Расслабляем руки, продолжаем двигаться вниз. И уже растягиваемся, расслабляем. Сгибаем через колени, переносим до себя на носочки, опускаем на вас. Просто поясница у нас. Парные ноги, да? Вообще нормально сели. Нормально сели. Отлично сели вообще. Что с поясницей? Пошли. Божественно. Кривнули, да? Ну ладно, ладно. Даже если с самого начала понять. Кстати, видите, потом. Левая ладошка в сторону. Правую руку вытягиваемся вверх. Еще
Следите, ребята, с вами ногами. Я просто рассказываю случай с вашим преподавателем, как это было еще горячим с Машей, которая серьезно без травм. Ну, знаете, да, она была уже на месте консоль. Вот. И она вот просто мне подходила, мы с ней работали с этим. Очень большие нагрузочные характеристики ложатся на ваши ноги. И очень большие проблемы могут быть не таком. Прорабатывать.
Проверьте, есть ли ноги? Проверьте, есть? Чтобы есть. Вот такой жесткий канатик, проходящий по стопе. Да. То есть такой есть? Да. Нет, да. Кому не положили? Прощупывайте. Комплектация. Комплектация не полная, да? Нет. Значит, вот этот вот жесткий канатик, как раз вы на подошве сложили, очень серьезно отличается по времени с вашим стопом, на здоровье вашего стопа. Всегда его чувствуете, благодарите его, что он вас продолжает носить. А можно сходить, да? А? Сходить, да, конечно. Еще раз. Носочек собираем ставить. Спина.